как с помощью картофелины достать патрон от лампы. Обидно, если лампа отсоединилась от патрона, а сам патрон остался внутри люстры. Как быть? Попробовать достать патрон голыми руками? Но тогда вы можете порезаться. Попробуйте сделать так. Возьмите картофелину, разрежьте ее на две части и возьмите одну половинку. Насадите ее на патрон и вращайте в нужном направлении, пока он не выйдет.